Подарок к Новому году. Глава региона Юрий Бездудный вручил ключи от квартир в новостройке на Октябрьской. Новоселы, всего их 14, сразу же отправились осматривать квартиры. Далее все подробности. Момент для этих ребят исторический. Они впервые получают ключи от своих собственных квартир. Ольга Торопова этого момента ждала 3 года. У девушки недавно родилась дочка, а потому новая квартира сейчас очень кстати. И наконец-то подарок такой на Новый год, что получила квартиру. Теперь есть свое жилое помещение, можно пользоваться хоть как. Придумала уже, как будешь обставлять? Ну да, придумала. То есть у нас уже есть мужем, мы уже придумали, как тут все будет выставлять, все сделаем, все подготовим. Надеюсь, что все будет хорошо. В гости к Ольге заглянул губернатор НАУ Юрий Бездудный. Он также осмотрел несколько квартир новостройки на Октябрьской. Эта программа у нас постоянно действующая, и в этом году мы тоже, сдавая дома, выделяли квартиры детям-сиротам. Хочу сказать, что дом этот довольно уютный, мы посмотрели, какие замечательные квартиры. Всего квартиры получили 14 детей-сирот. Как заверил подрядчик, жилье качественное, еще и в центре города. Квартиры, я говорю, что достаточно просторные, кухни большие, ну, такие компактные, это, достаточно большие. Ну и в каждой квартире стоит индивидуальный газовый котел, где человек может отрегулировать подачу тепла в свою квартиру индивидуально. 65-квартирный дом по улице Октябрьской введен в эксплуатацию. Остальные квартиры в новостройке предусмотрены для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Илья Сахаров, Алина Вучийская, Леонид Шишелов, телеканал «Север».